Вот он. Здравствуйте. Сегодня дозвонился хлопцу, который в консерватории у нас играл. Говорю, Саня, выручай, давай мне какие-нибудь методические пособия. Будем делать из меня барабанщика. Обещался вечером перезвонить, выслать материал. Ну, тебе надо? Интересно. Понятно. Стоять на месте, промедление, подобно смерти. А как правильно? Сабанту или сейшн? Я не знаю синонимов. В общем, ладно. Короче, кудрялова будет нормальная, да? Гудим сегодня, да? Гудим. Куда ты попер? Куплет. Уже еще не идет. Мы играем все. На войне. Да, блядь, ну почему раньше времени? Еще раз. Ты считать умеешь? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Вот четыре. Раз, два, три, четыре. Не надо на каждую долю. Жека, помнишь это? Не помнишь, Жванецкий говорил. Какая-то миниатюра про духовиков, которые там на похоронах играли. А я же их разнесу, вам-то, говорит, хорошо, это вы грамотные самые, вы знаете ноты. Хорошо, басист у нас ноты еще знает. Из толпы. Где си бемоль? Неизвестно пока. Чего? Собираемся. Это из-под еды, что ли? Вода. Ну, вода возьми. Нет, а просто лежит белье. Где? Пряники. Ну, все, упаковались. Ну, поехали. Можно ехать. Я же говорю, сегодня короткий у нас. Короткий день. Ухи-то есть. Да, попадает. Ну, ладно. По домам на сегодня. Может, еще завтра соберемся. А? Как настроение ее? Вполне. Погода классная. Погода шепчет. Еще не знаю, завтра что, полетят какие-нибудь. Ну, если никакой дурак кидаться не будет. Самолеты. Говорит, этот поц взял себе моду кидать бомбу на людей. Могли погибнуть, а не погибли. Да. Ладно, до встречи в эфире. Наша встреча по пятницам.